Добрый день, ребята. Сейчас я покидаю свою деревню и погоню в Стародуб. Дальше поеду в Брянск. Такие у меня дела. Но перед тем нужно будет еще постричься, я думаю. У меня волосы большие уже. Их трудно мыть. Они постоянно жирными становятся. Погнал я дальше. Сейчас я жду такси. Тоже старую допотопную заправку. Еще времена СССР. Карусели в городе в сторону приехали. Так все это выглядит. Ни разу не платили. Это не карты они. Давай. Я когда-то на такой штуке катался. На смысл? Это у меня с рычажком были. Там рычажок нажимаешь, он поднимается вверх. Здесь такого нет. Смотри, какие-то попроще. Автоматически, наверное, все это делается. Решил записать свой видеоблог, и сейчас я расскажу о последних событиях, которые произошли у меня. Закончились курсы укола Ферматрон. Сегодня был последний день. Сейчас я покажу свои колени, как это все выглядит. Но сейчас я расскажу о действии укола Ферматрон. Сегодня был последний день, а Ферматрон мне кололи с новокаином. Боли не чувствуется. Очень хорошо ходить, только немного неприятно стоять долго на одном месте, а так все замечательно. И подвижность колена возросла. С каждым уколом я заметил, подвижность колена возрастает, и все лучше и лучше становится. Не идеально, конечно, но лучше становятся колени. И еще заметил такую вещь, что в коленях появилась тяжесть. Я думаю, из-за того, что там находится вещество Ферматрон, и оно как-то влияет. Но я думаю, это со временем все пройдет и станет все нормально, как и должно быть.
Сейчас я покажу колени, как выглядят после блокады ферматрона. Вот сейчас показываю колени. Здесь еще повязка. Сейчас уберу. Кололи вот сюда. Ну, кровяной такой след, что кровь выходила. Так ничего не видно. Что даже был укол. И на правой ноге тоже такая история. Сейчас покажу. Вот он. И вот кровь на лодке немного. Но ничего не видно. В общем, ничего не видно. Запишу еще потом видео. Потом еще запишу видео. Отзыв об уколах ферматрон. Сейчас буду звонить насчет МРТ. Он не звонит, не звонит. Что-то они трубку не берут.